Здравствуйте, вы на канале InstaForex TV, с вами я, Екатерина Стихина. Индекс американского доллара возобновил рост после открытия торгов на Уолл-стрит. Котировка индекса доллара США оттолкнулась от отметки 94.10 и за первые часы работы американских трейдеров прибавила более 20 пунктов. Как и предполагали аналитики, американский доллар в ожидании оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы начал укрепляться по всему спектру рынка. Европейская торговая сессия в момент своего завершения зафиксировала снижение графика евро-доллар почти на 40 пунктов, расположившись вблизи отметки 1.1740. Трейдеры на фондовом рынке также предпочли продажи. Индекс голубых фишек Dow Jones покинул уровень 26 500 пунктов. Участники торгов уже отрабатывают повышение ставки с абсолютной уверенностью именно такого исхода заседания FOMC. Все внимание трейдеров в среду сосредоточено на комментариях, которые последуют за заседанием ФРС. Нет никаких сомнений в том, что регулятор подтвердит намерение о еще одном повышении процентной ставки в этом году. Тем не менее, открытым остается вопрос о темпах ужесточения в будущем. Какой риторики будет придерживаться Центробанк в 2019 году? Вы смотрели новости на информационном канале группы компании InstaForex. С вами была я, Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок вместе с нашей компанией.